Высокие скорости, молниеносная реакция и командный дух. Здесь все как в классическом регби. Мяч должен оказаться на или за линией ворот противника. Ну, сдерживаться тяжело? Ну да, тяжело. Потому что мы привыкли, потому что мы уже сколько, 5 лет играем в регби, и у нас каждый раз захваты, и мы еще не играли такие тачи или в такие игры. Поэтому это у нас первый раз. Тег-регби отличается от классического отсутствием силовой борьбы спортсменов. У игроков на поясах прикреплены ленточки, теги. Если противник сорвет тег, игрок обязан уступить мяч. А в остальном такой же накал страстей, как и в настоящем регби. Фестиваль под тег-регби проходит впервые в республике. Здесь 18 команд из 15 школ Автограда. Поскольку борьба бесконтактная, то в нее могут играть мальчики вместе с девочками. Однажды нам предложили сыграть в регби, и мы решили попробовать. Мы потренировались и решили поехать на фестиваль. Это очень познавательная игра. Здесь нужна смекалка, скорость и ловкость. Если школьников заинтересует этот вид спорта, то игру могут включить в программу физвоспитания в школах. Для роста популярности для этого вида спорта и знакомства. То есть ребята через такие игровые фестивали получают, во-первых, определенный опыт, навыки. И уже в дальнейшем могут их где-то применить на соревнованиях. Это не соревнование, это спортивный фестиваль. Поэтому победителей не было, но каждая команда получила памятные призы и неподдельные эмоции. Ленар Гинатулин, Константин Величко, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.